В Ивановском драматическом театре снова аншлаг. Горожане пришли поздравить заслуженного артиста России Андрея Булычева, который отмечает 50-летний юбилей. Специально к бенефису подготовлен спектакль «Боинг-Боинг», комедия, в которой Булычев сыграл главную роль парижского ловеласа Бернара. Актер признается, что хотел подойти к юбилею немного с другой ролью. У меня столько было ролей, которые вот сейчас бы их на бенефис, там, допустим, того же «Подколесина» и «Женить», бы «Школа жен», «Блэс», «Зойкина квартира» Аметистова, да, конечно бы, ну вот, они уже сыграны все лет 10 назад, вот, а сейчас, ну, тоже неплохая роль, конечно, у нас вот первый раз эта пьеса. До того, как оказаться в Иванове, произошло это в 1994 году, Андрей Булычев 10 лет посвятил работе в Таллинском драматическом театре. В выборе профессии актер не сомневался, рад, что жизнь сложилась именно так, а не иначе. Я благодарен судьбе, что у меня жизнь сложилась именно так, а не по-другому. Никогда не разочаровывался в выборе своей профессии. Вот. И как бы так у меня всегда получалось, что я всегда был востребован. Это вот у меня второй театр в жизни, к счастью. Вот. И в том театре, и в этом я востребован, играю интересные роли. На юбилей артиста приехали коллеги по творческому цеху, актеры, режиссеры, которые сотрудничали с Андреем. За время работы в Ивановском драматическом театре Булычевым было сыграно более 40 ролей. Наша первая работа была «13-я звезда». Это был мой дипломный спектакль. Андрей только вернулся с Таллина, я только приехал из Тбилиси. И настолько мы поработали, что он получил за роль Громилы премию Льва Раскатова. И потом этот спектакль был записан на Радио России. И сейчас уже вышел компакт-диск с этими редкими записями. И у нас вот совместная первая работа вот так осталась не только в истории Ивановского драматического театра, но и в истории российского театра. Коллеги отзываются об Андрее Булычеве очень тепло. Он душа компании, хороший актер, хороший человек. С ним легко и интересно работать. Прекрасный человек, у него очень хорошая школа московская театральная, думающий артист, очень вежливый, какой-то очень тонкий человек в жизни. Общаться с ним одно удовольствие, да. Очень часто, ну, так скажем, звезды в некоторых театрах, они вот именно звездят. Андрей Викторович не таков совершенно. Очень нежный, очень тонкий, очень добрый человек. Как любой артист, Андрей Булычев мечтает сыграть свою главную роль. Например, Клавдия в «Гамлете». Но поскольку на ивановской сцене вряд ли поставят Шекспира, горожане с удовольствием приходят посмотреть и на комедийные амплуа актера, которые ему отлично удаются. Любовь Почерникова, Артем Алеев, РТВ Иваново.